начала игры стало ясно. Матч предстоит напряженный, расслабляться нельзя. Красноярский «Енисей» – противник наших видновских баскетболисток. Команда сильная и опытная. Поэтому, чтобы пройти на следующий этап чемпионата России, «Спарте» НК предстояло выложиться на все 100%. Поддержать землячек во дворец спорта пришло немало видновчан, в частности, постоянные фанаты команды. Михаил Панов болеет за «Спарту» НК 6 лет и всегда верит в их победу. Я хотел, чтобы у них был коллектив сплоченный, чтобы они всегда побеждали. А другая болельщица попала на матч случайно. Ее пригласили друзья. Но она не пожалела о том, как провела вечер. Теперь Катя намерена войти в число тех, кто регулярно поддерживает нашу команду. Впечатлений очень много, просто нереально. И я рада, что я попала сюда. И это просто замечательная игра. Яркая игра, неожиданные моменты, волнение. В этом матче можно было увидеть все плюсы баскетбола, за которые его любят болельщики. Мне нравится то, что мы показали сейчас нашу защиту, командные действия. Очень хорошо среагировали на предложенную командой соперников личную зонную защиту и прессинг. Для нас это не составило труда. Первый тайм для «Спарты» НК заканчивается с явным преимуществом. Но соперницы не дремлют. И несмотря на практически равную игру во втором тайме, видновским баскетболисткам удалось одержать победу над красноярским «Енисеем» со счетом 81-66. Следующий матч «Спарте» предстоит на выезде. Но совсем скоро девушки снова выйдут на родное поле, чтобы порадовать болельщиков красивой игрой. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».